Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. За неделю зарегистрировано более 300 нарушений правил дорожного движения. Из них задержаны 9 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 19 нарушений среди пешеходов, 6 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам, 10 не были пристегнуты ремнями безопасности и 2 водителей перевозили детей без детских удерживающих устройств. Наличие детских кресел в последние дни проверяют особенно пристально. 19 декабря стартовала профилактическая операция «Внимание, дети». До 15 января также будут проводить рейды и ловить юных пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. За этот год на территории республики произошло более 400 аварий с участием несовершеннолетних, 12 из которых погибли. В Нефтекамске за это время пострадали 7 детей, погибших нет.